сотни участников, машины украшены флагами и путь в несколько десятков километров. Праздничный автопробег «Память сильнее времени» в честь Великой Победы организовали несколько общественных организаций: «Боевое братство», «Союз десантников края» и «Фонд защитников Отечества». Пробег этот посвящен в память, да, так сказать, что мы помним, гордимся нашими воинами. И сейчас непростое для нас время, когда проходит специальная военная операция. Такие мероприятия очень важны и будут проводиться намного чаще. Колонна автомобилей стартует от площади Свободы. Первая остановка в селе Лебяжье. Здесь участники патриотической акции возлагают цветы к мемориалу воинам Великой Отечественной войны. Следующая точка – поселок Южный, где находится мемориал бойцам, погибшим в локальных войнах. А завершает пробег остановка у ВДНХ, где установлена стела труженикам тыла. Очень много ребят сложили свои головы в защиту нашей Отечества, Родины. Вот. И хотелось бы, чтобы народ наш сплотился в сегодняшний день. По словам организаторов автопробега, такая акция станет доброй традицией, чтобы память была и оставалась сильнее времени. Дмитрий Дроздов, «День с толком».